We would like to remind you that mobile phones may not be used aboard. Other electronic devices must be switched off during takeoff and landing. Please ensure that your safety belts are securely fastened, table and seat back are up, and all cabin baggage and clothes are stored in the overhead bin or under the seat in front of you. Please observe that our flights are non-smoking flights. If you have any questions, please contact the cabin crew. And after Captain Leonid Andreev and our crew, we wish you pleasant stay aboard. Добрый день, дамы и господа, Эстониан Эйр. Приветствует вас на борту самолета Boeing 737. Полет до Таллина продолжается 1:30. Рейс выполняется совместно с авиакомпанией Aerosuite Airlines. Самолете имеется 6 аварийных выходов, 2 носовой части, 2 средней и 2 хвостовой части самолета. Все выходы обозначены табличкой Exit. Обратите внимание на ближайший аварийный выход и на аварийную подсветку. Панели над вашей головой расположены кислородные маски, которые при опасности выбрасываются автоматически. Оставайтесь на своих местах, пользуйтесь ближайшей маской. Просим вас обратить внимание на инструкцию по безопасности, которая находится в кармане впереди стоящего кресла. Мобильные телефоны должны быть выключены. Во время взлета и посадки просим обесточить все электронные приборы. Теперь просим вас пристегнуть ремни безопасности. Курить запрещается на всех рейсах Estonian Air. От имени капитана Леонида Андреева и всего экипажа желаем вам приятного полета.